273 новых случая заболевания COVID-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 10 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске – плюс 143, Североморске – плюс 27 и в Кандалакском районе – плюс 23. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в регионе сообщает, что в Мурманской области возобновили акцию «Мы вместе». Это помощь пожилым непривитым северянам старше 60 лет, которые ушли на самоизоляцию. Волонтеры помогают с покупкой и доставкой продуктов и лекарств. Первые выезды на дом уже состоялись.